Оно уже стало. Подожди, да все скажешь. Не перебивайте. Поэтому я хочу поднять этот тост за молодых. Но я вижу здесь не только наши молодые. У нас приближается несколько пар уже как бы на выходе. Вот первая ключевое звено открывает дорогу. Потом я вижу... Мишель, это моего старшего брата. Okay. Еще одного брата, Яна. Яна, дочка. Потом вот Ирочка. Дай бог. Саша. Подожди, еще не решили. Я уже чувствую. Понимаешь? Я вот смотрю, вот, там уже Майк тоже уже чувствует. Смотри, как они сели по порядку. Видишь, смотри. Вот она, так что готовится. Давай, эффективно. И Борух Хашем, что мы идем к хорошим вечерам, на хорошие дни будем приходить куда холоса на свадьбы наших детей. Это все наши дети. И мы душой радуемся за них, что они нашли друг друга. Сейчас среди молодежи очень тяжело найти друг друга. Очень тяжело. С нашими очень трудно, с молодежью. Это не подходит, то не подходит. То он не сказал не то, это не сказал. Ребята, живите дружно. Понимайте друг друга. Жизнь прожить — это не поле перейти, знаете, да? Очень тяжело. И как сказал Омар Хайям, боюсь, что в этот мир мы вновь не попадем. И там своих друзей за гробом не найдем. Давайте ж пировать все миг, пока мы живы. Быть может, миг пройдет, мы все навек уйдем. Поэтому живите дружно, кайфуйте, отдыхайте, ребята. И дай Бог вам всем и здоровья. И за ваше благополучное отношение в семье. Джак, за тебя. Спасибо. Ты плов я сейчас попробую, потом скажу. Окей. That's why I'm not taking it off yet. Запишите, Омар Хайям.